Здравствуйте. Программа «Крест над Европой» в немецком городе Нюрнберге. Вот уже 10 лет здесь существует приход Московской Патриархии. Но прежде чем отправиться туда, пройдем по историческим местам этого города. Нюрнберг, в переводе «Скалистая гора». Впервые он упоминается в письменных источниках в середине XI века. Крепость города, возвышающаяся над плоской равниной, стала резиденцией немецких королей. Построенный замок получил название «Кайзербург». Посреди двора, в небольшой каменной постройке, глубокий колодец. Наличие питьевой воды в замке делало его практически неприступной цитаделью в средние века. В 20 веке, после прихода к власти Гитлера, Нюрнберг облюбовали нацисты. Они возводят в нем монументальное сооружение, напоминающее римский Колизей. Здесь Гитлер собирался проводить съезды нацистов и спортивные ристалища. Неподалеку Цеппелинплац. С этого балкончика на трибуне Гитлер объявил о начале Второй мировой войны. И вскоре она действительно обрушится на Европу, а затем и на весь мир. А это уже здание Дворца правосудия. В правом крыле, в зале номер 600, в ноябре 1945 года начался международный процесс над главарями нацистов. Сегодня сюда приводят экскурсии. И также проводятся судебные заседания, поэтому музей, посвященный Нюрнбергскому процессу, находится этажом выше. Его открыли не так давно, в 2010 году. Так немцы подвели итог дискуссии о так называемой «культуре памяти». Говорить или молчать о преступлениях своего народа? Этот вопрос был решен в пользу говорить. И вот на 750 квадратных метрах разместилась выставочная экспозиция с наиболее полным собранием всевозможной документации, кино и фотохроники преступлений фашизма против человечности. В книге отзывов мы оставили свою запись. Православный канал «Союз», программа «Крест над Европой» благодарит Нюрнбергский мемориал за сохранение памяти о том, о чем забывать нельзя. И все же Нюрнберг связан не только с памятью о нацизме. Это очень красивый, богатый своей историей и культурой город. Отец Петр приехал в Германию из России 11 лет назад и знает о Нюрнберге уже достаточно хорошо. Для меня Нюрнберг тоже раньше ассоциировался, естественно, с Нюрнбергским процессом. Это любому школьнику было известно, эта фраза и исторический контекст этот. Но, кроме того, конечно, мы знаем, что это город искусства, город первых паровозов Германии, город музеев. Ну и вообще это один из шедевральных городов архитектуры, потому что когда мне владыка предложил ехать на юг, в Баварию, и предложил именно в Нюрнберге взять под свою опеку приход, я поделился этой новостью с батюшкой, с отцом Михаилом Рар, который является потомком эмигрантов первой волны. И он сказал: «Ты едешь в самый красивый город Германии». С первых дней образования русского православного прихода в Нюрнберге у его истоков стоял отец Георгий. Тогда еще просто Георгий, школьный учитель, на одном из семинаров, узнавший о православии. И эта вещь запала ему в сердце, да так, что полностью переменила его жизнь. Русская община сначала молилась в госпитале Святого Духа, затем в школе, где тогда работал Георгий. Потом община перебралась в старинную капеллу Святой Вальпургии в замке Кайзербург. Помещение, где мы сейчас находимся, четвертое по счету. Оно является общинным домом, или как здесь называют, Gemeindehaus, от общины прихода святого апостола Петра, который находится неподалеку здесь. И вот в этом месте для нас уже и второй год мы совершаем службы и становимся родным, обживаемым. Здесь мы предоставлены сами себе, нас здесь никто не гонит, нас здесь терпят. И достаточно по немецким меркам берут с нас братскую ежемесячную оплату.
которую мы в силах выплатить. Но, конечно, здесь на Западе ничего просто так не дается, и мы это прекрасно понимаем. Вот само это место уже нас очень пока устраивает. Бог даст, выйдем уже в свой собственный храм. За прошедшие 10 лет община быстро выросла. Вместе с ней духовно возрастал ее будущий второй священник. Сначала Георгий Ланг был чтецом, затем стал диаконом, и вот теперь иерей храма Блаженной Ксении Петербургской в Нюрнберге. За эти годы я узнал много русских людей. Это прекрасные, отзывчивые люди. Я очень люблю нашу литургию. Иногда после службы мне кажется, что все это происходит не со мной. Такое ощущение, словно я лечу куда-то. Аркадий Костерин, так же, как и отец Георгий, стоял у истоков образования общины. Мы попали в Нюрнберг в 2002 году. Вот, сперва не знали про русский приход, ходили в румынскую церковь, в греческую церковь. Вот. Но потом услышали, что есть такой приход, очень обрадовались. И приход Ксении Петербургской, мы сами петербуржцы. Вот. И, значит, стали ходить. Приход был небольшой, несколько десятков человек собиралось на службу где-то обычно, ну, 30-40 человек. Вот. Ну, такой дружный приход, сплоченный, сами пели, сами все готовили. Вот. А потом, значит, да, сменилось несколько священников, и, значит, наконец появился наш отец Петр Степанов. И приход тогда уже стал разрастаться, частые богослужения, повечерия, утренние литургии. Значит, все шло по нарастающей. Отец Петр проявил себя как прекрасный организатор. Вот, значит, и приход начал бурно расти. В России люди находятся постоянно в окружении святынь, постоянно находятся в окружении храмов, в окружении различных мест, напоминающих о духовности, о истоках духовности. И многие на это просто не обращают внимания. Можно сказать, благодать в России, она витает в воздухе, постоянно находится. И когда они приезжают сюда, они понимают, что они лишились чего-то того, что было для них постоянным сопровождением в их повседневной жизни. И когда они понимают, что это именно состояние благодатного действия на их души, они ищут утешение, источник этого действия. И в этом находят они именно в храмах, естественно. Храм назван именем святой блаженной Ксении Петербургской. Одно из объяснений этому в том, что многие его прихожане – выходцы из Санкт-Петербурга. Настоятель прихода, отец Петр, родом из Костромы, но с Петербургом его связывают годы учебы в семинарии и академии. А когда блаженную Ксению причисляли к лику святых, он в составе хора присутствовал на молебне на могиле Ксении Петербургской. Со многими радостными. Параллельно я являюсь также настоятелем прихода в честь преподобного Севастьяна Карагандинского исповедника в городе Бамберге, потому что в том приходе, в частности в Бамберском, очень много выходцев из Казахстана, очень много тех людей, которые на глазах которых восстанавливалась и утверждалась православная жизнь в Караганде. Есть люди, которых преподобный Севастьян Карагандинский еще крестил. Есть люди, которых венчал. И мне отрадно, что вот эта вот духовная связь с исторической родиной, духовной родиной осуществляется и здесь, на немецкой земле. Что касательно имени Святой Блаженной Ксении Петербургской, которой посвящен наш Нюрнбергский приход, то здесь тоже прослеживается очень хорошая духовная связь, потому что в основном наши прихожане являются переселенцами из столичных городов России, это Москва и Санкт-Петербург, киевляне, из Прибалтики столичные жители, и харьковчан очень много, Харьков, побратим города Нюрнберга,
Но у истоков нынешнего прихода стояли в основном выходцы из Санкт-Петербурга. Естественно, для них было желание свою небесную покровительницу иметь. И владыка Феофан все время благословил этот приход носить имя Святой Блаженной Ксении Петербургской. Еще один заметный член Нюрнбергской православной общины – профессор богословия Христиан Фельми. В приходе он служит диаконом. В православие он пришел через изучение проповедей святых отцов. Его первые научные труды так и назывались – «Истолкование божественной литургии в русском богословии» и «О проповеди в русской православной церкви». Я был профессором в Эрлангенском университете, недалеко от Нюрнберга, связан с Нюрнбергским университетом, и там была у меня кафедра по истории богословия православных церквей. Это было для меня интересно с детства уже, и когда создали кафедру, я стал там ассистентом, писал докторскую диссертацию, потом еще вторую докторскую диссертацию, книги о православии, и вначале не думал о том, о принятии православного, но так долго занимался всем этим, что решился принимать православие. Это было решение чуть-чуть раньше, но шаг сделали в 2007 году. Отец Петр показал нам святыни храма, которых в Нюрнбергском приходе становится все больше. Одна из них – икона Божьей Матери Всецарица. Она была привезена со Святой Афонской горы. Уже 8 лет назад, как я сюда приехал, удалось получить. Очень многим людям помогла, нашим прихожанам. И уже многие люди жертвуют на будущую сень, раку для нее. В новом храме, Бог даст, мы уже поставим ее на подобающее место, в подобающем окладе. Как и многие прихожане многочисленных русских православных общин Германии, здесь тоже мечтают о своем храме. И в планах есть мысль о его строительстве. Но здесь умеют радоваться и малому, тому, что уже есть. Этот мир становится все более чуждым для, так сказать, для духовной жизни. То есть он становится меркантильным, прагматическим, в общем-то. И духовность, для духовности все меньше места в мире. Поэтому, так сказать, люди неизбежно тянутся к тем уголкам, к тем местам, где еще духовность сохраняется. Как же? Ну и кроме того, здесь уголок России. И здесь наша малая родина, в общем, как же отсюда не идти? Наш рассказ о приходе блаженной Ксении Петербургской в Нюрнберге подошел к концу. Но наше путешествие по православной Германии продолжается. До встречи в следующем выпуске. Радости вам, духовной!